pet suggested to the elephant. They come here, they can't eat them. Oh, I see. What was yours called, Meg? Your animal that you made? A flesh-eating dinosaur. A flesh-eating dinosaur, and yours was a leaf-eating dinosaur. I decided to change it into a flesh-eating dinosaur. A great big. Well, shall I tell you a story about animals? Yeah. Well, now, listen very carefully. This isn't just a children's story. There's much more to it than that. The story dates from the 13th century, and it's really what this program is all about. Once upon a time, there was a lion who lived in a forest, and he got very thirsty. So he thought he'd have a drink of water. So he went to the forest and then he found a pool of water, looked in it, and then he saw, as he looked, another lion looking back out of the water. Why was that? Because it was him. Yes, but he didn't know because he was rather a silly lion. So he said, ah, which means get out of the water, I want a drink. He said that to another lion. It wasn't another lion at all, so it couldn't get out of the water. Did you know what lion say out? The other lion didn't say anything. It was a reflection. So all the other animals in the forest gathered round and they started to laugh at this lion because they could all see what it was. And the giraffe laughed, and the elephant laughed, and even the butterfly laughed. A little laugh like that. Suddenly, the lion got so thirsty, he said to himself, I don't care. Who's in that water? I'm going to have a drink. Down into it, and he found there wasn't another lion there at all. He could have a lovely, cool drink of water. And that's how the lion learned something that we can all learn, that you shouldn't be afraid of something which you don't understand. You must find out what it is, you see? There is an old saying, man is asleep. Must he die before he wakes up? Так вот, все это, теперь, чтобы замкнуться тем, что мы говорили до этого, прежде всего дано нам чувство вот той отрешенной тоски, которую мы все хоть на миг, хоть когда-то, хоть раз в жизни испытали. Ощущение, что я чужой в мире, что сам мир, который меня не принимает, а он меня не принимает, потому что я сказал, что именно то, что мы самым живым образом, несомненным для нас, с чувством несомненного существования испытываем, именно это лишнее в мире. Ну, неужели вам нужно доказывать, например, страдание, истинное человеческое страдание, именно в своей остроте лишнюю в мире, потому что страдать бессмысленно, поскольку, скажем, если это страдание по умершему другу, или мать, или отцу, то это страдание именно в своей остроте и всепоглощающей силе бессмысленно, потому что ведь нельзя сделать бывшее небывшим, и нельзя умершего возродить. Так? Вернемся к тому, что вот этой отрешенности, у нас есть сознание, что наша родина какая-то другая, а здесь мы вот шпионы, как я говорил вам в прошлый раз, то есть представители какого-то государства, но неведомого государства, неизвестного. Руст вообще называл художников гражданами неизвестной родины. Неизвестной родины. В прошлый раз я вам говорил, что появление таких граждан у нас есть обычное появление шпиона, который о нас свидетельствует перед своей родиной, перед которой он отвечает, а внешне выглядит так же, как мы. Настоящий шпион. Так вот, эта тоска нам доступно сейчас, один шаг в расшифровке этой тоски можно сделать. Вот некое, повторяю, настройки некоторые отрешенные,
ясное сознание, ностальгия по какому-то потерянному раю, которого никогда не было, и отрешенность от всего того, что тебя окружает, от места, где ты родился, от людей, от вещей, от всяких обстоятельств твоей жизни. Ну, конечно, такого человека очень часто охватывает страх, поскольку он заглядывает в бездну. Почему в бездну? Ну, он чувствует, что он принадлежит какой-то другой родине, но родине неизвестной. Это какая-то пропасть. Какое-то ясное присутствие тайны. Таинственно и ясно. Или ясно, но таинственно. Значит, страх. Страх очень простой. Опять связан с тем, что я говорил о взрослости, о совершеннолетии, об акне. Страх очень простой. Страх не статься, не сбыться, не осуществиться. Почему это именно страх? Это по одной простой причине. Ведь вот испытывая это, мы знаем, что для того, чтобы статься, нет готового, налаженного механизма, который срабатывал бы без моего участия, без того, чтобы я сам прошел бы какой-то путь и какую-то дорогу. То есть, с одной стороны, мы подвешены в пустоте, над зияющей пропастью какой-то неизвестной нам родины, которая нам ближе, чем вот реальный, но инородный нам мир, а с другой стороны, существовать, то есть осуществиться, родиться, наконец, встать. Для этого нет механизма, природного механизма, то есть естественного механизма. И философские проблемы, или проблемы мысли, возникают там, где вот в этом зазоре между чем-то и отсутствующим механизмом этого чего-то. Мы подошли, как мне кажется, к еще одной очень важной теме нашего разговора. Как произошла первая встреча с человеком, изменившим всю жизнь Мирзакарима Сынакулыча? С человеком, который помог ему исцелиться? Я около 2 лет, около его дома проезжал мимо, в направлении городской центр искусственной почки. Оказывается, перед смертью человек становится мудрым. Человек всегда умирает взрослевшим, очень взрослым. В каком бы возрасте? Я думаю, что я тогда стал глубоким столетним стариком, который повидал в своей жизни. Я готовился к отходу. Я тут как лягушка барахтался, пытался выжить. Может быть, от того, что у меня был всего-навсего в районе 20 лет, и природной энергии, желание жить, может быть, это преодолел. И каждую неделю 2-3 раза на своей дежурной очистке крови я проезжал мимо дома моего наставника. Там сидели страждущие человек, 15-20, иногда больше, иногда меньше. И около его дома как раз была остановка, автобус. Останавливался со своими мутными глазами, смотрел на них. Типа, дурец наш, такие великие умы врачи не могут меня вылечить. А этот придурок что может меня сделать? Мне не было неинтересно. Почему? Потому что у меня была обида. Типа, почему я таким молодым умираю? Почему я заболел с такой неизлечимой заболеванием? И однажды, через 2 года еженедельного встречи с его воротой, автобус сломался на этом остановке. Вышел с автобуса, стою, думаю, ну дай-ка, ну что я потерял? Стану в очередь, и тоже зайду в его двор. И вошел. Старик первым делом, посмотрев на меня, сказал: сынок, сынок, я трупов не лечу. Ты труп, ты зашел сюда проверить меня. Ты же ни к чему не веришь. Ты сам являешься шайтаном. Я людей лечу, и то живых. А ты дохлый шайтан, потому что у тебя сомнения. И говорит: иди, сынок, когда оживешь, вернешься. Да я оплевываюсь, оттуда ушел. Я такой начитанный, умный, знающий, образованный, какой-то старый. Меня так это мертвецом обзывают. Да меня не дошел, потому что я же умный.
Я все знаю, и на все у меня есть мнение. Я не пришел учиться, я пришел его обследовать. Я пришел не для того, чтобы лечиться, а для того, чтобы экзаминировать. Оказывается, у меня крыша была не на месте. Сомнение – это есть активность. А на самом деле в глубине – это оболочка того плода, фрукта. Внутри находится неверие. Неверие, сомнение – это есть лень, интеллектуальная лень.